Суровая и снежная зима в Южной Якутии создала проблемы местному сельскому хозяйству. Насколько тяжело проходит зимовка скота в Алданском районе и что делать? Репортаж Татьяны Вахниной. В сельском хозяйстве Алданского района сложилась ситуация непростая. В хозяйствах насчитывается порядка 600 голов крупного рогатого скота и столько же лошадей. Численность оленей превышает 7 тысяч голов. Зима 2018-го выдалась суровой и снежной. Потенциальные угрозы сельскохозяйственным животным возросли многократно. Зимовка проходит тяжело, тяжелее, чем прошлые годы, потому что ощущается определенная нехватка кормов. Кормов не хватает как крупному рогатому скоту, так и лошадям. Для последних угрозу гибели таят высокие сугробы. Лошади увязают в снегу. Определенной трудностью является высокий снежный покров. На прошлой неделе зарегистрирован случай уже падежа одной лошади. Также и еще имеются случаи травли лошадей волками. Волки представляют главную угрозу для стада. За два месяца 2018-го силами как охотников, так и оленеводческих бригад в Алданском районе было добыто 30 хищников. Сезон охоты открыт круглый год. Численность волков регулировать проблематично. Власти района уповают на помощь республики. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район.